Лидеры общественного движения «Народный фронт за Россию вперед», представители власти и спортивных учреждений округа провели заседание, на котором обсудили необходимость развития дополнительного образования физкультурно-спортивного профиля. Так, речь шла о расширении и увеличении количества кружков и секций в уже существующих спортивных учреждениях и создании новых. Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в настоящее время в первую очередь связано с осознанием необходимости сохранения и укрепления здоровья детей средствами физической культуры и спорта. А для этого, как отмечают специалисты, в округе должно увеличиться количество спортивных клубов, кружков и секций. И понятно, что одна школа, вот просто наше общеобразовательное, да, учреждение, они с этой заботой, с этой работой справиться не могут. И поэтому случайно во всех там нормативных актах было прописано, что дополнительное образование участвует в этом процессе, участвует в формировании вот этого вот ребенка. Все рассмотренные предложения и вопросы по итогам прошедшего заседания будут вынесены на ежегодную педагогическую конференцию. Она пройдет в августе.